Здравствуйте, друзья, здравствуйте, земляки. Счастлив вас лицезреть в родном городе. Горжусь, что вы пришли нас поддержать, потому что мы отдали этому фильму частичку своей души. И в эту скверную погоду хотим просто поднять вам настроение и устроить праздник. Спасибо. Я рад вас всех приветствовать. Я очень люблю приезжать в Питер со своими фильмами. Я это делаю регулярно, как вы знаете. В них во всех снимается Кирилл. Как исконно питерский актер, патриот своего города. Недавно мы взяли труппу Ленсовета, чему он очень гордится. Вот. Так что, на самом деле, вот главный питерский, а скоро и всероссийский актер, у него еще через месяц фильм выходит, поэтому восходящее уже практически вошедшее. Лет много, все восходящее. Да. Знаете, как молодой режиссер до 45 лет. Так и у нас. Вот, да. Значит, хочу сказать, что так же, как я говорил на прошлых фильмах, нам ваша поддержка очень нужна. Мы вас пригласили, мы вас очень любим. Поэтому, если вам фильм понравился, русским фильмам все равно тяжело живется в российском прокате, все равно есть конкуренция, все равно на западные фильмы рекламной кампании больше. Поэтому одна надежда на вас. Вы только что недавно сделали предыдущий наш фильм. Именно вы, люди, зрители, которые говорили про фильм, сделали прекрасный сарафан. Чем осчастливили нас, это значит, что таких фильмов будет больше. С этим фильмом то же самое. Я вас всех прошу, если вам он понравился, пишите, говорите. Мы рады любому вашему там посту, слову. Рекомендуйте, потому что не молчите, это важно. Вот. И тогда таких фильмов тоже будет больше. Мне кажется, что то, что сказал Кирилл, действительно, мы получали удовольствие, создавая этот фильм. Мы хотели, чтобы вы улыбались, смотря его, чувствовали себя счастливыми в финале. Чтобы мы дарили вам надежду на то, что вообще все будет хорошо. То есть, если предыдущие наши с Кириллом картины мы хотели показать кусок жизни, реальности, то здесь мы вам хотим подарить кусок пирога вкусного. Особенно вот в праздничные дни, мне кажется, он будет очень вам всем к столу. И вообще всем будет. Поэтому скоро вы этот фильм увидите. Мы буквально через полчаса. Да. Вот. Поэтому давайте сейчас можем сфотографироваться, сняться. Это моя работа. Да, вот. Хорошо, я уже стал ведущим этого мероприятия. Не будем отнимать работу Глеба у ведущего. Поэтому, you're welcome, мы все, как сказать, добро пожаловать и приятного просмотра вам. Здесь мы с удовольствием именно этого вам пожелаем. Спасибо. Спасибо, друзья. Вопросов не будет, тогда перейдем к фотосессии. Друзья, все получат фотографии профессиональные в нашей группе «Формула кино», друзья.